Западная Сибирь. Выполняя решение 26-го съезда КПСС, советские люди успешно притворяют в жизнь комплексную программу развития народного хозяйства этого огромного края. Наш кинооператор побывал в Кемеровской области на шахте «Распадская» в знаменательный день. Миллионную тонну угля из одного забоя добыла досрочно бригада Петра Иннокенча Фролова, кавалера ордена Ленина. Бригада добилась высоких показателей. Месячная производительность труда каждого шахтера превысила 1000 тонн. Владимир Григорьевич Девятко, руководитель соревнующейся бригады горнодобытчиков, одним из первых поздравил своих товарищей. Сейчас победили и фроловцы, но соревнование бригад продолжается. А это значит, что досрочно будут добыты новые тонны сибирского угля.